Всем привет! Сегодня я не в землянке, пришел в город, нужно мне упаковать и завтра буду отправлять нарды, которые мы вырезали. Сейчас увидите кадры, ну, некоторые я снимал в землянке, когда изготавливал их. Также увидите кадры по изготовлению второй коробки нард. Заказали вторую коробку нард. 65 на 25 будет большая коробка. Будем резать, также все буду снимать, показывать. Завтра отправляю нарды, забираю заготовку и уходим снова в лес. В лесу будем резать. Также нужно будет закончить вход. Осталось совсем немного там. Скоро смонтирую видео, когда закончу. И все увидите. Получилось вообще интересно, мне понравилось. Не зря столько работы проделано. Сейчас очень замаскировано получилось. Интересно, короче. Все увидите. Сейчас заряжаю еще аккумуляторы. А завтра собираемся и идем снова в земляночку. Всем приятного просмотра. Показываю проделанную работу. Вот так вот уже покрасил. Еще подшкурить надо будет, засветлить маленько, потом еще нанесем грунт, патину, будет намного еще красивее. Вот так вот внутри оформляю. Ну, просили орнамент солнца, не помню, как он это, с какого города это он. Ну, у них там символ солнце, медведь. Так вот. Покрасил. Тоже еще не шкурено. Засветлим потом еще. Так смотрится это все. Крашу вот такой вот. Дуйка называется. Кустарная. Кустарный краскопульт ртом. Вот так берете и дуете. Все красится, как из краскопульта. Так что ладно, занимаемся землянкой. Вечером еще доделывать буду, уже, наверное, окончательно под покраску, может, уже покрашу даже. Потом будем лакировать, отправлять. Еще домики надо сделать. Два дня я ничего не снимал, занимался своими делами тут по землянке, так. Двери не делал, занимался нардами, сейчас покажу. Здесь специальное место для сушки, у них гвозди прибил, висят, сушатся. Уже, в принципе-то, досохли. Вот с этой стороны немного, сейчас покажу заодно. С этой стороны немного липкие еще. Это я их прогрунтовал, покрасил. В принципе, все уже дорезано. Ну, рисунки все сделаны. Так вот получилось. Здесь будем еще сегодня засветлять. С обоих сторон одинаковые. Вышкурим вот эти еще щеткой по металлу. Такой вот. Сделаем более светлые, темные получились. Потом еще нужно будет сделать домики. Такое сверло форст, наверное, называется вроде. Это от... когда ходил в город, там ящик от ящика оторвал из-под фруктов. Из него сделаем домики. Вот так вот. Два дня занимался нардами. Там поступил еще заказ. Надо эти уже доделывать.
Будем нарезать вторую. Более дороже уже будут. Эти были за 5000, те будем делать за 15 уже. С горами. Горы попросили сделать. Геометрия. Посмотрите, как получится. Сейчас пошкурю нарды. Щеточкой пройду, чтобы они посветлее были. Не знаю, еще покушать надо будет, сварить дров, наготовить на ночь. Все красиво будет, посветлее. А то что-то темновато как-то получилось немножко. Надо засветлить. Так вот. Вот так вот. После брошировки. Интересно. Рваный стиль этот. Вам нравится такой стиль, нет, пишите. То может мне одному так и нравится. Что-нибудь другое придумаем то. Сейчас посветлее. Так, буду делать домики. Сегодня еще лакерну на слой. Завтра еще на слой. Домики сделаю. Петельки, навесы приделаю. Все уже есть. И можно будет отправлять. Всем привет. Находимся в гараже. Заказали еще одни нарды. Буду делать коробку. Не нашел готовых коробок липовых. Поэтому придется самому делать. Купил уже такие доски липовые. Размер 1,30 м, толщина 2,7 м, ширина 9 сантиметров. Сейчас нарежу рек на щит. Дома уже склею, потому что в минус, здесь минус, это в гараже холодно, не клеят. Дома поклею, потом пущу через станок, через рейсмус потом пропущу, сделаю борта. Короче, коробку сделаю сам, уже подготовлю все. Вы на таймлапсе посмотрите. И потом уже пойдем в землянку резать, ну и там делами заниматься. Короче, денек здесь побуду в городе, все сделаю и в лес. С липой у нас вообще в городе туго. Одна доска вот такая стоит 400 рублей. Некоторые говорят, почему так дорого нарды стоят. Тут на один материал 2000 только. Только на одни доски. Плюс лак, работа, картинки. Это все тоже деньги. На одни нарды уходят 500 рублей, но лакокрасочная работа только на одни. Фурнитура там тоже не дешевая. Ну и она вот так накапливается в итоге, если из липы делаешь коробку. На все про все. Липовая коробка 60 на 30. В себестоимости около 5000 выйдет. Вот 10 тысяч остается на работу, за работу беру. Получается. Пятерка на расходы. Полмесяца работы за 10 тысяч. Вот так вот уходит как-то. Вот эти нарды за 15 тысяч выходят.
Вот это 2 недели работы резьбы. Примерно, ну, со всей покраской, со всем этим. Потому что, если делаешь красиво, аккуратно, то времени это много уходит. Беру около 2 недель. Которые сосновые, вот, делаю нарды за 5000. Недорогие, бюджетные. На те уходят уже недели. И расходов там 1000 с копейками. 4. Ну, 3,5 где-то выгоды, прибыли остается. Если кому интересно, вот так рассказываю просто. Ладно, смотрите сейчас на ускоренный, чтобы ваше время не тратить. Ну вот, готовенько. Сделал борта. Потом наклею. Сейчас стяну их дома. Склею. На щит доски готовы. Тоже сейчас дома склею щит. Сделал толстый. Я, если я делаю, то делаю надежнее, чтобы было. А то делаю тонюсенькие, там, по сантиметру, по полтора. А они потом рвутся все. Тут 2 сантиметра толщина, так что и порезать хватит места, и будет надежно. Все, крепко. Чем больше площадь склеивания, тем надежней. Борта тоже такие вот сделал, закругленные. Ладно, сейчас все забираю и иду домой клеить щит. Тоже покажу, наверное, как клею щиты. Когда я летом вот здесь клею в гараже, то вот здесь у меня есть приспособление. Вот, 2 уголка. Это стяжки. Она что-то, не помню, около 1,5 метра, что ли, склеивает. Это. Вайма такая самодельная. А сейчас дома будем это с трубцинами там приделаем как-нибудь. Склеим. Вот одна досочка осталась на следующей нардишке. 4 штуки ушло. Вот только осталось от 4 досок запчасти. Вот такая коробка получилась.
Здесь брошюровка, чеканка, торцы зачеканены. Здесь тоже зачеканено. Здесь брошюровка. Все гладенько. Размер 50 на 20. С этой стороны такой медведь. Ножки обычные. Такие. Здесь тоже вся брошюровка. Вполне интересная коробочка вышла. За такие-то деньги. В магазине точно не купишь. Так что, если кому-то нужны, пишите. Ссылка на ВКонтакте, Телеграм еще там будет в описании под видео. Можете найти, связаться, сделаем по вашему эскизу. На ваш, как бы сказать, на ваше усмотрение, какие хотите. Можно даже фотографию там мужа, не мужа сделать. И также делаю в зависимости от финансовой возможности человека. Ну вот, от 5000. Следующая коробка уже за 15. Ну, кто, насколько себе можешь позволить, настолько и вырезаю. Как бы не так, нет такой цены, чтобы определенно. Вот внутри такой медведь. Эти эскиз солнца, орнамент. Все, все гладенько. Лакировано на 4 слоя лака. Фишки. Фишки я сам не делаю. Заказываю. Так что если, ну, там можно договориться. В основном я вот такие покупаю все время. Но можно другие заказать какие-нибудь, если нужны. Ну, вполне прикольные тоже фишки. Резные, лакированные, подклеенные, все. Мне нравится. Зарики там тоже. Такие простые. Конечно, тоже на ваше усмотрение можно дорогие заказать. У меня есть из эбонита 1000 рублей за 2 кубика. Как говорится, у кого на что хватает возможности финансовых. Так что вот такие нардишки получились. Завтра отправляю. И все, и начинаю резать вторую коробку. Вторую коробку примерно планирую неделю-две резать. Потом могу уже следующий заказ вырезать. Застежка тоже такая интересная. Вторая коробка будет поинтереснее. Будет эпоксидка, фотографии под эпоксидной смолой. Все, весь, все здесь резное снаружи. Ну ладно, все, потом сами увидите. Так что ладно, всем до скорых встреч. Пишите.